Привет, всем здравствуйте. Боже, как красиво. Но сегодня тема не моего маникюра, потому что этот вариант дизайна я показывала не так давно. Вот он, этот типс. Единственное, я не помню. Я на Amy Official World в прямом эфире показывала этот вариант дизайна и вдохновилась им очень сильно. И сделала себе сегодня такой маникюр, потому что у меня уже в понедельник, по-моему, или во вторник в Сочи выпускной Amy Online инструкторского потока. И у меня будет черное платье в стиле Dolce & Gabbana. Черное платье! Такое гипюровое, без ничего. И, конечно, маникюр какой черный. Всем привет, всем привет. Смотрите, я решила не записывать прямой эфир с моим маникюром, потому что у меня этот эфир вот с этим типсом есть на Amy Official World, на официальной странице. Я сегодня обязательно в сторис прям сделаю репост с Amy Official, чтобы вы не искали, не рыли. Мне решили все сразу позвонить. Так, сегодня у нас будет прикольный эфир. Прям думала, так, что дать. И сейчас у нас будет очень прикольная тема. Я хочу взять вишню, потому что у нас есть вишня в летних слайдерах. Так, сейчас есть. Я же уже вещи начала собирать. Прикиньте, я забыла, что у меня эфиры. Я еще не эфиры не все провела. Я такая вещи складываю все. Такая... Точно, нашла. Короче, я сейчас хочу сделать вот такого плана варианта дизайна. Смотрите. Вот такой. Вот такой можно попробовать сделать. А потом мне еще понравилась вот эта сумочка. Короче, такое все летнее, но необычное. Да? Значит, один такой делаем, а второй вариант вот такой с вишенкой. Посмотрим, как вообще можно тему брендового маникюра соединить с тем... Кость, ну, пожалуйста, сделай тише. С ягодками, с цветочками. Короче, мне кажется, будет кайф прям. Так, ну, а я одеваю... перчатки, потому что я боюсь испортить свой новый маникюр. Кость, мы сейчас поссоримся просто. Пожалуйста, выключаем. Смотрите. Красота. Это просто божественно красиво. Это не просто, а это прям вот божественно красиво. Где этот типс? Кто помнит, на Amy Official World я показала один вариант дизайна и вдохновилась им очень сильно. Это было посвящено коллекции «Весна-лето 2023» Оскар де Лоренто. Просто божественное сочетание. Вот это его все принты с черным фоном. Так, ну а мы с вами сегодня из слайдера. Ну, я думала, что вот такие варианты мы уже показывали в стиле... Кость, сейчас вот прям реально отберут пульт. Иди сюда. Чуть я так отреагировала, сейчас меня накроет. Короче, вот эти все варианты слайдеров, которые у нас вышли это весной-лето, они, вот я даже думала, они в принципе все могут сочетаться с темой принта какого-нибудь Louis Vuitton, Dior, Chanel а-ля. Но мне захотелось именно с вишней. Причем очень легко ищется, взяла в Пинтересте, просто забила и быстро очень выскакивает. Так, первый вариант делаем, как вот прямо на картинке, один в один. Берем Soulful Morning, пастельную коллекцию. Берем розовый цвет. Кость, ты хотел пойти к другу. Ты считай, сегодня последний день играешь. Да! Кость, пожалуйста. Так, суши. Мам. Этот вариант у нас будет беленький. Кстати, смотрите, какая еще есть тема с вишенкой. Можно, в принципе, сейчас одновременно сделать и то, а потом мы сделаем с вами вот эту абстракцию. Прям мне вот хочется вот эту сумку повторить.
Сейчас посмотрим, что вот из этого получится у нас. Давайте сначала с вишней, да? Так, а для второго объекта нам нужен коричневый гель-лак. Коричневый гель-лак. О, знаете, что будет классно? Коричневый из Лавлинис, кофе с молоком. Он, конечно, не совсем такой прям Луи Виттон, да? Так. Все, мам, я пошел Анжу. Да, да. Он, прикинь, как я хотел, папа мне купил калаш. Мою игру. Так, девочки. А, вот он. 422-й цвет. Классно подойдет. Из коллекции Лавлинис, да? Будет прикольный. Короче, у нас будет сейчас розовый Луи Виттон. По мотивам. Смотрите, это не Луи Виттон. Это по мотивам Луи Виттон, да? И вот такой вот коричневый. Посмотрим, как это у нас все будет сочетаться с вишней. Мне кажется, будет просто песня. Будет песня. Шикарно. Великолепно. Так, суши. Не совсем цвет Луи Виттон, но я думаю, что в этом даже что-то есть. Так, чтобы сделать сейчас стемпинг, Теклас беру. Ой, я перчатку забыла одеть. Господи, я же сейчас могу испортить маникюр. Я его просто еще не сфотографировала. Ой-ой-ой-ой-ой. Срочно, срочно. Пока я... Надо же еще на макрообъектив все это поснимать. Все. Видите, я сегодня свеженькая у меня все. Так, как раз у нас здесь такой есть а-ля Луи Виттон. Можно либо вот этот вариант взять, либо вот этот. Ну, может, давайте один такой вариант возьмем, да? Так, ну для розового варианта у нас идет просто белый. Белый. Так, а здесь мы сейчас решим. Ну, здесь тоже, кстати, можно, в принципе, белый сделать, да? Какой цвет, боже, какой цвет. Девочки, кстати, сегодня будет розыгрыш этой коллекции. Совсем забыла сказать. Не пропустите. Либо сейчас уже выложили, либо выложат вот эту коллекцию. Сейчас будем разыгрывать. Кому-то это попадется в подарочек. Кому-то в подарочек попадет. Так, поехали. Я уже вещи собираю. Грустненько уезжать, кстати. Привыкла я все-таки. Так, мне нужны салфетки. Ну, розовый такой, конечно, светло-розовый. Надо было чуть-чуть потемнее розовый взять из коллекции розовый. Ну, уже ладно. Уже будет так. Сделали. Я топ без липкости нанесла. Смотрите, я нанесла топ без липкости. Можно просто обезжирить, и все. Можно просто обезжирить. Так, и так как я хочу дальше работать со слайдерами, сейчас посмотрим, может, что-нибудь из шармикончиков можно золотишко добавить, да? О! Ну, у меня Луи Виттон нету. Кстати, надо сделать бокс Луи Виттон. Скажите. Надо было тогда Диор клеить. Ладно. Ни туда, ни сюда. Какой-нибудь бы... Короче, золото какое-нибудь хочется сюда в центр приделать.
И да, можно вот так сделать. Да, бокс нужен, Louis Vuitton. Еще Dior я же хочу. Сейчас вот у нас в июле будет Александр Маквин. Вот, а потом Louis Vuitton и Dior обязательно. Это ж мое любименькое все. Так, теперь топ-слайдер. Топ-слайдер без с липкостью, специально, чтобы приклеить уже вишенки. Ой, обязательно, девочки. Обязательно. Так, суши. Так, а здесь можно, знаете, как сделать вот такой вот персиковый цвет, мне кажется. В принципе. Давайте посмотрим на референс. Он такой, видите, здесь горчичный. Горчичный, да? Прекратить публикацию. Ну, пусть у нас вот такой вариант будет, да? Или беленький. Ладно, давайте белый. О, я забыла почистить. Вот поэтому стемпинг требует внимательности, видите? Забыла почистить. И теперь по новой. Да, пусть беленький будет. Так, здесь топ-слайдер готов. А здесь можно сделать вот такую. Или вот просто вот такую штучку. Это, конечно, типа а-ля Ван Клифф. Ладно, раз мне уж очень хочется что-нибудь такое из ремешков, мы тогда просто добавим ремешок, правильно? Я очень люблю наши ремешки. Они у нас в базовом ассортименте. Пока. Поэтому такие вот вещи лучше всегда иметь с запасом. Полосочки, лунки, ремешки, замки. Особенно кто любит тему маникюра делать через фурнитуру, отталкиваясь от одежды. Все, и вишенки сверху пойдут. Так же сейчас. Топ-слайдер. Сушим 30 секунд. Все, и теперь приступаем к слайдерам. Сейчас наша задача разбросать вишню по всей поверхности. Вот здесь вот можно вишню выбрать вот такую, двойную. А более темную приклеим тогда на коричневый Louis Vuitton. Так, тут у нас как раз они одинарные есть. Можно, в принципе, цветочки сюда захватить, да? Что, давайте цветочки или ладно уже. Так, водичка.
Угу. Так, все слайды. Вот, вот видите, за что я не люблю ролик? Это вот, вот такая фигня у меня постоянно за столом. Ну, я уже, видите, я уже стол начала убирать. У меня здесь уже половина материала нет, у меня уже все в чемоданах. Так, зачем мне нужен штампик? Так как все на белой подложке, это лучше отпечатывать штампиком. Все прикольно. Так, ультрабонд. А, у меня же ультрабонд в сумке сейчас. Секундочку. Эти дизайны могут быть очень быстрые. Самое главное найти просто идею хорошую. Pinterest вам в помощь. Так, сейчас покажу. И здесь. Только здесь берем темную вишню. Да? Сейчас я еще раз покажу референсы. Все нашла в Пинтересте. Ну, понятно, что это старые коллекции Louis Vuitton. Ну, кто вот клиенты любят вот эту тематику а-ля бренды, мы на ногтях, как художники, можем делать, что хотим. Я художник так вижу. Так, и здесь то же самое. Смотрите, еще раз напоминаю, вот этот референс у меня был, вдохновилась я им очень, и вот этот референс, я им тоже очень сильно вдохновилась. Прикольное сочетание. Оно как бы веселое для лета. Мой сегодня маникюр опять произвел фурор. Все опять вопрос задают, почему одна рука черная, короткая. Ну, я объясняю, что я мастер, поэтому мне так удобно. Так. Так. Ультрабонд также. Сегодня у нас задача успеть максимально много. Так, и финиш. Так, смотрим, что у нас получилось. Причем я вообще изначально хотела вот сегодня с этим слайдером поработать, оранжерея номер 111, потому что я же им практически не работала. Я его хотела с леопардом и с зеброй смешать. Может быть, сейчас сделаю тогда, успею. Давайте, вот я его все равно уже приготовила, вот этот принт. Точно. Так, фон какой взять? Это такой
смешиваемое. Вот что у нас с вами с вишней получилось. Понятно, что нужно по-хорошему там вот к этому варианту еще 4 типса разработать по композиции. Вот к этому варианту тоже сделать типсы по композиции уже другие. Прикольно. Так, тогда здесь как мы поступим? Какой фон взять? Белый. Как вы считаете, какой фон взять? Можно салатовый, кстати. На коричневом фоне кто-то пишет лучше. Ну, да, на коричневом это прям брендовый маникюр. Так, предлагаю тогда, знаете, на каком фоне сделать? Давайте возьмем вот этот салатовый, номер 412. 412, честно говоря, что-то я не совсем представляю сейчас, что будет. Сейчас посмотрим. Иногда, конечно, у меня тоже бывает неудачненько. Да и всегда как удачно, когда нашел классный референс и просто повторил. Когда просто повторил, получается идеально. Так, отсюда тогда возьмем что? Это новый слайдер. У меня как раз ногти сделаны из парного. Я его весь почти израсходовала, извела. Где-то он у меня тут был. А, вот он. Это называется «Очарование» 112. Это как раз я его использовала в нескольких эфирах, себе ногти сделала уже. Вот этим еще не работала. Это оранжерея номер 111. Здесь я предлагаю взять листик, например, вот этот. Так, листик и бабочек добавлю. Так, ладно, эти-то у нас уже готовы. Это такое сочетание брендового маникюра. Так, то же самое. Можно обезжирить. Ну, смотрите, я сейчас такая торопышка, тороплюсь, да? Я сейчас просто обезжирю. Хотя, еще раз повторюсь, я не очень люблю обезжиривать, потому что обязательно часть дисперсии, с дисперсии часть цвета уходит. Блин. Ну все, теперь еще идти. Ой, лучше б я Т-класс нанесла. Господи! Называется «Поспешишь, людей насмешишь». Тоже делала, как делала. Ну все, загадила весь типс. В кокошулях в каких-то непонятных. Так, зеброчка. Что она у нас черненькая будет?
Так. И сейчас посмотрим, как вся наша эта тропическая красота. Так, топ-слайдер. Тридцать секунд. Водичка. Ну да, коричневый прям очень удачный. Здесь розовый нужно было взять чуть поярче, чтобы белый рисунок читался. Видите, здесь белый чуть-чуть по тону потерялся. Надо было, знаете, откуда розовый брать? Розовый надо было взять из коллекции... Господи, как у нас розовая коллекция это называется? Катя, ну ты даешь, блин. Девочки, напишите, как розовая коллекция называется. Розовая коллекция, поярче цвета розовых, не такой бледный, как пастельный. Так, обязательно, так как белая подложка. Тынь. Бабусячек. Так, смотрите, так как я хочу, чтобы бабочки где-то, возможно, частично залезли на этот листик, поэтому я сейчас пройду вот так ультрабондом, возьму еще раз топ-слайдер. И вот буквально только сам листик промажу тоненько-тоненько. И тогда смогу смело эти бабочки наслоить. Да нет, розовая, которая сейчас вышла. Я уже в чемодан все убрала. Я уже даже сейчас не залезу. Во, хорошо, когда будет с наслоением. Чё, прикольно получилось, кстати. Мне нравится. Можно, кстати, покрыть матовым, чтобы, так как очень много олиповатых элементов, чтобы читалось лучше. Поэтому я сейчас пройдусь топ-слайдером, покрою. Знаете, почему? Много слайдеров очень. В этом случае перед матовым топом лучше выровнять поверхность при помощи какого-нибудь топа с липкостью. Когда матовый топ шикарно ляжет. Он, во-первых, и носиться будет шикарно в этом случае. И ляжет восхитительно. Так, матовый топ, ты где? А. О, да нет, не лавленец. Да, хорошо сюда подошел салатовый на самом деле. Я думала, слишком олеповато будет. Но оно, конечно, очень так... перегружена чуть-чуть, но все равно кайфово. Это ж может один ноготь быть, да, а ко второму можно было бы там безымянный мизинчик что-нибудь поменьше сделать туда. Мне без серой бабочки. Да, серая бабочка чуть-чуть потерялась, надо было взять, смотрите, здесь есть еще другие бабочки. Вот есть беленькие, надо было взять беленьких бабочек. Ну, когда делаешь первый раз... На таком фоне не угадаешь. О, смотрите. О, на матовом топе этот вариант лучше смотрится, да? Смотрите, как классно получилось. Очень даже. Так, теперь сумку вот эту, которую я увидела. Еще вот эта классная сумка мне попалась. Смотрите, она была там, знаете, на полке. Сейчас покажу. Это я в Пинтересте рылась, сумки какие-нибудь классные искала, а потом увидела вот эту сумку в углу, думаю, о, тоже. Вот, думаю, кайф. Сейчас мы нафигачим. Так.
Сейчас тоже здесь надо всего и побольше. Это мы сейчас много стемпинга, наверное. Это нам давайте и желтый, красный. Да? Нам сюда зайдет желтый, красный. Давайте сиреневенький. Так, что там еще было? Ну, давайте голубенький. Не совсем, конечно, на сумке. Тут такой фиолетовый, но у меня нет такого фиолетового. Или нет, много. Пусть вот эти три цвета будут. Так. Какой делаем фон? Так, фон. Фон розовый. Только вот как раз я сейчас достану эту коллекцию, которую сижу, не могу вспомнить. Сенсейшн, господи, вот что с башкой. Катя, жду выпускное. Вы приложите? Ну смотри, конечно, я уже готова. Я уже к выпускному. Смотри, какой маникюр забацала себе. Это ж я к маникюру, к выпускному Эми онлайн приготовилась. Мне перешили, кстати, мое черное платье. Помните мое черное платье с бешеными рукавами? Я же все-таки их отпорола. У меня теперь будет такое элегантное, обтягивающее платье. И верх будет пустой. У меня будут гигантские серьги, такие просто. Восхитительно гигантские, я бы сказала. И вот такой восхитительный маникюр. Так, ну, вот этот, наверное. Да? Да, огонь. А, хотя там на сумке цвет розовый более коралловый, точно. Давайте вот этот возьмем. 383. Во, будет прям как на сумке, точно. Вы поняли, какую коллекцию я не могла вспомнить? Sensation. Здесь вот этот розовый нам бы лучше подошел, надо было... Надо было вот на этом розовом делать. Слушайте, а я вообще отключила? Так, отключила вроде. Так, кто только что присоединился, смотрите, какую я красоту в самом начале эфира сделала. Смотрите, я уже три типса сделала. Сейчас быстренько делаю четвертую. Так, типсик. Типсик. Так, а типсика-то у меня и нету. Сейчас я за типсиком забегаю. Короче, вы поняли, я уже все убрала, у меня уже все в чемоданах лежит. И прям делаем как референс-сумка. Короче, восхитительные, восхитительные, необыкновенные ногти. Получается, когда мы с вами берем что-то за основу. Так, какая пластина здесь подойдет? Пластина. Сейчас, здесь вот есть у нас как раз... С граффити, но граффити не который сейчас вышел, а прошлое граффити. Во, вот эту граффити возьмем. Угу. И мы сейчас будем просто в несколько слоев делать стемпинг. Блин, какая же у меня жидкость. Здесь жидкость опять в аптеке купила. Моя закончилась. Она опять какая-то поганая. Не такая, как надо. У меня на ней краска сворачивается. Ну ладно. Осталось чуть-чуть подождать. Так. Нет, у меня аллергии никогда не было. Слушайте, ну, я считаю, что аллергия – это все равно психосоматика. Просто у кого-то, например, как психосоматика – головные боли, да? У кого-то психосоматика
это там, я не знаю, щитовидная железа, как у меня. У кого-то психосоматика, рак, понимаете? А у кого-то аллергия. Понимаете, это же уже следствие аллергия. А причина, хоть и там говорят, вот у меня аллергия на такое-то вещество. Это вещество только запускает реакцию. А причина, она в ваших эмоциях, в ваших переживаниях. Так. Ну, я не стала рисковать, обезжиривать, потому что сейчас бы опять какие-нибудь какашули сделала. Поэтому я нанесла опять топ без липкости. Так, кто только что присоединился, показываю восхитительную красоту, которую я только что сделала. Смотрите. Ну что, какой у нас лидирует? Значит, розовый не всем понравился. Коричневенький. Мне вот зелененький сейчас уже больше нравится. Запись я обычно выкладываю либо в течение суток, либо через сутки. Ну, сейчас постараюсь выложить вот к вечеру. Сейчас постараюсь вот сейчас выложить. Так, здесь предлагаю как? Первые два цвета просто нанести. Давайте вот так вот. Кстати, желтая красочка у меня такая подуставшая чуть-чуть. И сверху можно будет отдельно пройтись, слова добавить. Может быть, кстати, не с этой пласти... А, вот же у нас есть тут слова. Сейчас показываю, какую мы сумку делаем. Вот. Тут куча разных вот таких граффити разноцветных. Здесь просто куча... Поэтому... Сейчас мы теперь возьмем красненький. Может быть, с другой пластины сейчас возьмем. Сейчас я гляну. Давайте вот отсюда возьмем. Так, мне нужен будет двухсторонний скотч. Так, где мой скотч? Почему скотч двухсторонний? Потому что, когда мне нужны отдельные элементы, я все равно не могу. Ой, да, перчатки. Ну, только Катя может так делать. Понимаете? Все приклеилось к перчаткам. Короче. Милая моя, там я тебя, там в краю далеком есть у меня. Вот это что тут? Потому что я в срачье сегодня работаю. Короче, вот так. Так, красненького, да, просится. И вот сюда можно еще что-нибудь красненькое. Здесь, видите, есть паттерн, и расстояния тут хорошие такие между. Поэтому подойдет, да. Единственное, нужны кусочки скотча двухстороннего. Почему я всегда вспоминаю эту песню? Там в краю далеком есть у тебя жена. Ой, да здесь, видимо, кому-то для вас эта песня предназначена. Прикиньте.
О! Так. Предлагаю шармикончик теперь какой-нибудь приклеить. Пусть на сумочке этого нету, но мы приделаем. Поэтому для шармикончика я снова возьму Теклас. Топ без липкости. Топ без липкости. Сушим. И сейчас мы что-нибудь золотишко. О, можно просто, вот у нас есть тоже для такого брендового маникюра. Сейчас какую-нибудь штучку так по центру приклеим, и будет классно. Сейчас еще раз напомню, мы делаем вот такую восхитительную сумочку. Вот это мы уже сделали. Это мы уже сделали. Вот что я не сделала, но я уже не успею. Тоже было бы круто. Смотрите, черный маникюр. Просто какое-то лого белое. И вишенка. Тоже очень милашно. Ну ладно. Нет, вот это возьмем. Куда без золота? Богатство надо добавлять. Маленькую такую загугулинку. И великолепно. Великолепно. Все шармиконы есть на Эми Шоп, а некоторые шармиконы есть на Валберсе, кстати. Вот. Ну, самый большой, конечно, ассортимент это Эми Шоп. Если хотите прям все-все найти, это Эми Шоп. Ну, смотрите, сколько мы с вами. Все простые, очень простые варианты. И поэтому мы с вами сделали много. Успели много. Я еще и побегала, и поискала. Если бы я ничего не бегала, не искала, я бы за 30 минут уже закончила. Всем большое спасибо за внимание. Сегодня у нас вот такая тема очень веселая. Когда мы с вами взяли картинки в Пинтересте и просто повторили. Вы видите, я ничего не придумала. Самая основная задача — это зайти в Пинтерест и найти какие-то интересные вещи, которые можно было бы переложить на маникюр. А я это обожаю делать просто. Обожаю, обожаю. Так, эфир выложу к вечеру. Всем. А, и не забудьте, сейчас розыгрыш начинается. У меня в ленте сейчас будет пост с рилсом. Лавленис. И вот эти цвета мы сейчас будем разыгрывать, поэтому не пропустите. Можно в следующий раз дизайн с блесточками. Ну, я постараюсь, потому что у меня столько в башке идей, все невозможно передать. Так, ладно, я пошла в контакт.